это герой нашего времени. Если до 2020 года, до всей этой пандемии, компания могла себе позволить проводить аудит, например, раз в год, то сейчас они рекомендуют это делать хотя бы раз в год. Западные компании в аудите не справляются с аудитом украинских компаний. То, что подается в финансовой отчетности, то, что подается налоговым органам, это цифры. Это цифры, за которыми, например, потенциальный инвестор или собственник бизнеса не видит суть. В 2019 году произошла ситуация, когда крупная компания, в принципе, растворилась на нашем рынке. Страдали фермеры, банки, зернотрейдеры. Общий ущерб от этого аграрного холдинга составил 100-120 миллиардов долларов. Иногда может случиться так, что фактическим бенефициаром компании будет, например, Служба безопасности Украины. Такие примеры были. Когда уже все произойдет, как говорится, будет поздно. Западных компаний нету такого для нас распространенного понятия, как кэш, обнальные компании, обналичка. Соответственно, все эти вопросы, они не всегда фигурируют в отчетности. Который был ранее, он нес в себе одну нагрузку, а с учетом изменения среды и ролей, которые он должен совместить в себе, мы пытались продемонстрировать, насколько это должен быть высококлассный специалист. То есть он должен в идеале как минимум выстроить свою основную роль, и в других ролях собрать, как минимум, понимание общих процессов.